Ну вот, мы отдыхали хорошо. Замечательная гостиница. Тут вот такая комнатка у нас. Удалось вчера снять, как Тибели. Вот, с кондиционером, туалетом. Вот, мы наготовили вчера шашлыки. Вот, и вообще у нас такой был полуразгрузочный день. Сегодня я еду на дайвинг, а мои будут гулять, как Тибели. Вот, прямо сейчас отвлекаюсь. Вот как-то так. Ну, номер просто великолепен за 1000 рублей в сутки, по-моему. Есть все, что надо. Ванна, туалет, душ, все. Удобные кровати. Приветливый хозяин. Так что, все замечательно. Ну вот, мы выехали в сторону Судака. Едем по серпантину. Тут везде красивые горы. Вот, отвесные. Такие вот мы видим виды. Скалы. В общем, очень красиво. Вот это вот вроде как Хардакский вулкан. С другой стороны. Здесь поведение. Так это выглядит. В общем, начался горный Крым. Такая вот красота. Такая красота. Какая красота, смотри, какое ущелье на дне дают. Обалдеть. Реально красиво. Действительно, начались красивые-красивые горы. Вот такие мохнатые сосны с большими-большими шишками. Южные эти, красивые. И дорога, идущая вдоль моря. Правда, разбитая, но что есть, то есть. Ну, основное это шоссе у них нормальное. Мы специально едем вдоль моря, чтобы полюбоваться достопримечательностями и красотами. Вот. Магистраль-то вроде там, говорят, хорошая. По ней будем возвращаться, так что будет быстро. Опять мы едем в Бурабан, как извивается дорога. Адски. Вот. Заехали в гору, 333 метра высоты, около того, судя по альтиметру. Сейчас с нее спускаемся вниз. Да, ну виды, конечно, потрясающие. Смотрите, море. Смотрите, там более глубокие части видно, да? Более темные кораблики там видно, да? Ну уж реально закладывает перепад высот. Ялта 60, да. А Луста 27. Ну, смотрите, Ялта уже 60, да, а Луста 27. По-моему, мы видим плато уже Четвердак, вот там вот дальше, если я ничего не путаю. Мы повернули на водопад Джур-Джур, и сейчас заедем на него на машине. Вот они тут, красивые горы. Вот, по-моему, Демирджи, вот это вот как раз уже, вот та вот гора. Насколько я понимаю, это и есть Демирджи. Вот, и где-то здесь вот как раз будет Четвердак. В общем, да, вот оно, скорее всего, плато. Четвердак или чердак Крыма, вот там вот наверху. Вот. Чем это примечательно? Знаешь, такое плато, да? Mm-hmm. Вот горы, да, дальше ровная местность там по горам наверху. Ну вот. То есть там много-много километров, как бы ровная местность относительно. Вот забрался наверх. На большой высоте находящаяся ровная местность. В общем, вот оно, плато. Подъезжаем. Вот это вот явно на водопад возили людей. Вот они едут, туристы с водопада. Красиво, вот оно. Как я понимаю, это вот Четвердак. И сейчас мы приедем на водопад Джур-Джур. И воздух такой прохладный уже стал. В поселке Генеральском нас остановили местные жители все. Сказали, что парковка бесплатная, оставляйте машину, идите пешком. Типа не доедете. Но правда, не останавливали, когда мы сказали, что попытаемся. То есть, ну, пытайтесь. Как бы сказали, что низкопрофильная резина у нас, и мы еще всю краску обдерем по этим. Чистая горная дорога, 3,5 километра на водопадом. Посмотрим, не знаю. Пока мы, я вижу плохую дорогу, но пока, наверное, правда, поселок, естественно. Дальше увидим, что будет. Водопад туда. Ну, пробуем. Честно, я не думаю, что они тут будут активно врать. Оно им надо, спрашивается. Миша, дальше. Ну, сейчас увидим. Вот, значит, еще раз, мы идем вот туда, влево, доходим до магазина, кафе.
посреди кафе напротив, там мостик, переход через речку. Угу. Переходите и вправо. Угу. Доходите до рыночка. С рыночка поднимаетесь и выходите на тропу. По тропе 50 метров проходите вправо. С левой стороны будет, как вот это дерево, будет здоровое дерево стоять. Это бук, ему 500 лет. На этом дереве снимались фильм «Кощей бессмертный», «Аленький цветочек», «Дед капитана Гранта». «Аленький цветочек», если видели, где девочка на суку лежит, плачет. Это сук у него, у этого дерева будет. С левой стороны, там точно голова слона у него в конце этого сука. Сзади дупло большое, откуда ведьма вылазила. В то дупло можно залазить и на самый верх дерева вылазить. Ага. Отсюда с тропы, у него в середине тоже большая такая дыра. Это тут, где у Кощея сундук висел. Вот в то дупло залазить, в это дупло высовывается, трофируется прямо в дереве. Проходите дальше от нее, там пост, где обелечивают. Обелечивают по обеих сторон. Проходите их. А сколько, идете, сколько платить? Там по 100 рублей человек. Угу. Проходите их, там по тропе будет дерево большое, где соловел и разбойник сидел. Потом дерево будет большое с большим дуплом, где Баба-Яга пряталась. Доходите до водопада. На водопаде посмотрите, а выше водопада, там тропа выше идет, там ванны, где купаются. Хотя там написано, нельзя купаться, а все купаются. Три ванны. Первая ванна купается, грехи смывают. Вторая ванна любви. Третья ванна молодости. Вода 7 градусов. Как нырнешь, молодым выскакиваешь. Там скалы красивые, места все. Вот эти уазики как раз привозят людей к этим скалам. Эти люди, они их увидят, что водопады, ванны и все. Полтора часа им назад, у них им надо зарабатывать. Если оттуда пойдете, или по, как шли туда, или хотите пойти даже по ихней дороге, как они ездят. Если по ихней, как они ездят, пойдете, спуститесь вниз и будете уже местность ровная, с правой стороны насажен сад рядами груши там. Вы ее проходите, дорога делает поворот, только чуть поворот проходите. И смотрите вправо, вниз тропа. Вот сюда вот придете. Угу. Ясно. Спасибо. Вот счастливо. Спасибо большое. Там действительно еще 300 рублей снимок за подход. Тут все есть. Красота. Собственно, вот мы мостик через речку. Ежевика. Ну вот, собственно, дошли до рыночка. Государственный природный заказник. Идем пешком. По тропинке. Сейчас будет большой красивый бук. Вот такая вот тропинка на подъем. Сейчас будет бук. Здесь снимали, как я понял, какой-то там фильм про Кощея Бессмертного и все такое. Да, вот этот бук. 500-летний. Красивый. Слегка порезанный. О. Вот если туда залезть, вот оттуда можно вылезти. Будешь пробовать? Серьезно, можно. Внутри дерева залезть, вот тут голову вот, сломать. Можно точно. Теперь я мечи. О, Юрка залез. Сейчас посмотрим. Сможешь ли ты забраться выше? Ух ты. Вау. Круть. А вот и Ирка вылез. Вот настолько оно старое и дырявое. Красота, да и только. Дай-ка я тебе крупным планом. Наташа, иди сюда. С котиком. Харь, где наше чадо? Где? Ни хрена себе. Давай, фоткай. Юрка, улыбочку.
И вот это вот джиперы не едут, они мимо этого проезжают. А, по-моему, хорошее, красивое место. Может, залезем? А что-то он долго вылезает. Ты там что, застрял? Я, конечно, понимаю, ты в школу не хочешь идти. Да, теперь будешь жить в этом дереве, как Кощей Бессмертный. Или фото-то снимали в нем. А что там, ступеньки или как? Да нет, здесь просто кора, ну как бы... Выступы, да, за которые цепляешься, еще. И все, круто. Слушай, ой. Угу. Не, ну действительно уникальное дерево. Да. Ага. Где такое еще увидишь? Лишь. Ну-ка, можешь туда, вот я, конечно, извиняюсь, ты можешь туда сунуть камеру внутрь, залезть с камеры и поснимать там вверх, интересно будет. Просто мне, я туда уже не влезу, это уже не для папы. Лишь, мама только собралась. Все. Ты-то залезешь, думаешь? Ой. Я помогаю. Здраво оцениваешь, если не здраво. О, как здесь. Я не полезу. Так вот. Здорово. Спасибо. Вот мама у нас тоже хочет попытаться. А туда не вылезть, Юра? Вот тут вот, туда. Да. Вот в эту штуку, не? Туда уже не пролез, да? Не пробовал? Да. Ага. Но они будут долго. Ой, а тут грибы растут. Да? Снял? А, грибы, да. Угу. Ой, нет, можно здесь вообще залезть. Что? Здесь можно и так залезть. Ну, это понятно, но это не так интересно. Ну, да. Куда интереснее пролезть сквозь. Внутри дерева. Да. Я туда боюсь, я мне не зацепиться. Угу. Да, кстати, интересно, а там-то есть? Ну, тебе фотик дать? Ай. Туда. Нет, ты меня просто здесь. Я сейчас не могу тут пофоткать. Главное, как-нибудь его подать, а потом... Так давай вместе. Да, давайте. Вот так вот делаем фотоснимки. Идеально дело. Как ты подрал, до хлеба. Угу. Еще оставайся здесь. Ну что скажи, место в школе. Так, конечно. 500 лет дерево. Ну вот, идем дальше по дорожке к водопаду. Вот будет сторожка, еще соберут по 100 рублей с человека. А вот и старая. Ну вот, прошли пункт сбора денег. Не трогай. Как языки. Сушеные. Какие-то бесплатные входы есть. Но их надо знать. Вот еще интересное дерево. Тоже какой-то бук многолетний. Вон еще. О, какие дупла. Красота. Да, изменилось все, конечно, сильно. Водопада 200 метров. Это чтобы народ не сдавался, который идет. Такая тропинка. На дно бежит ручей. В общем, ладно. Хоть перильцы сделали. Вот какие корни. И бук. Мертвый. Ишь ты. А вот он, водопад. Джур-джур. Ну да. Самое главное, это место. Да, красиво. Вспоминаю. Обалдеть. Вот 10 лет назад, или сколько-то там, во-первых, не было никакого мостика, а во-вторых, стояли мы лагерем вот там. Вот отсюда мы пришли. Да, ну, красиво. Большой. Ну, симпатичный. Водопад. Я помню, когда еще ничего не было этого. Вот он, водопад Жур-Жур.
Это же бегущая вода. Вот так это выглядит. Однако 10 лет назад не было ничего. Ни тропинок, ни людей в таких количествах. Это был просто дикий горный водопад. Она такая холодная, что даже воздух охлаждается и будет холодным, да? Видимо, мостик и... В общем, на самом деле, тут все находится достаточно близко, не надо вестись на джипы точно, любой дойдет, а до водопада недалеко. Вот тропинка до ванн. Водопад на самом деле не так высоко и находится, всего 484 метра, так что не так это все и высоко. Вот, слушай, где-то здесь мы ночевали, по-моему, вот она стоянка. Слушай, да точно, вот здесь ночевали. Вот эти ванны. Одна от грехов. В молодости одна грехи и одна что-то еще. Так ты грехи не своешь. Я не хочу расставаться с твоими грехами. Я так чуть-чуть вспомнила. Немножко. Точно, точно. Все грехи при мне. Теплая? Ледяная, я просто вижу село. Ой, елка зеленая. Я не знаю, как здесь купаются, бля. Вот я пришла. Угу. Купель. Еще порожек. Порежем? А это чего? Брови любви. Ты себе. Я не могу.
Ну, идемте дальше. А там еще одна ванна или две? Одна, по-моему. Одна, да? Да, но глубокая. Ясно. Какой каскадик. Вон последняя ванна. Угу. О, вон там торгуют пирожками. Вон там, вон она. Это не считается. Хотя вот она тоже ванна. Вполне себе. Ну раз торгуют пирожками, значит. Да. Угу. Ну вот последняя ванна. Кажись. Она и в самом деле глубокая. В общем, глубокая – это грехи, то есть самая последняя грехи. Вторая – это любовь с любой стороны. А первая – это, получается, молодость по дороге, как ты идешь. Вот. Я попутал с моей грехи. Вот тут такое деревце. Тоже бук. Толстенный. Ну, может, даже вот здесь мы стояли. Где теперь стоят джипы. Знаешь, вот да, похоже, что даже здесь. Ну, в общем, спускаемся вниз. Мы купили две булочки по 50 рублей. Нам тетенька даже бесплатно налила чай. Она типа уже уходила. Чай действительно вкусный, действительно бесплатно. Действительно удивило. Вот, и траги. Ну вот, идем по дороге. Типа для джипа. О, тут тоже охранник. Такие... Лесные чудики сделаны, да? Ух. Лесные монстры. В общем, сейчас идя вот по этой дороге, вот, я уже не настолько злонамесных. Вижу подтеки масла, пробитые картеры. Камни достаточно высокие. Там дальше были еще хуже, потому что дорога все-таки действительно нехорошая, очень нехорошая. Не настолько все радостно, как в самом начале. Едет здесь, то есть, ну, можно, конечно, поискать объезда, но вот лазики едут вот здесь. Вот этот камень для них не помеха, как бы, на спуск. Что, конечно, да, впечатляет. Для меня однозначно это был оторванный бампер. В общем, вот такие ямки. Такие подъемы. Что тут ногами твитут? Нет, не надо здесь ездить. Даже на паркетниках. Ого. Ого, да. Какая тут жесть. Нереальная. Да, проходимые машинки. О, красиво. Вот там четвердак. Старый заброшенный грушевый сад. Еще, ты можешь? А?
Ну, уж не про эту ли тропинку он говорил. Красивые рельефные дороги, деревья обвиты плющом. Живописно. Такие вот они груши. Забавные. Дешевые. Ну такие они, деревянные, конечно. Дикие. Вот, свернули на тропу, прошли через грушевый сад. И идем вниз. Вроде как должны выйти прямо-прямо к машине. Маршрут симпатичный. Спасибо дедушке. Видимо, какая-то старая дорога. Вот она, Демирджи. Вот эти каменные выступы я помню с детства. Когда я восходил сюда. Ну, не знаю, сегодня или завтра будем пытаться туда заехать. Есть ли туда дорога. В общем, будем разбираться. Ну вот, приехали смотреть каменные грибы Сатера. Отворотка буквально там 10 минут по не очень хорошей грунтовой дороге, но тем не менее любой машины проезжабельной. И вот она, отворотка. Каменные грибы, тур тропа. Говорят, что тут вообще все рядом. Идти 50 метров. Ежевичка попадается. Что это за загадочная ягода? Ну, по-моему, все лето зреет. Сентябрь, еще зеленые ягоды. Странная ягода. Такой вот ручеек бежит. О! Видишь, Юрка, вот эти пласты? Вот эта лава так застывала. Это все пласты лавы. Она реально так вот застывала. Слоями. Иногда тропинка превращается в ручеек. Слушай, прям даже грязно. Ручейки бьют. Вот повсюду. Вот мы перешли на другую сторону речки. Пока указателей не видели. Ну, насчет 50 метров, это был прикол от местных. И это не 50. Они действительно что-то говорится про 1.5 километра. Скорее всего, это они и есть. Ну вот. Тропинка уходит куда-то левее. Так что, возможно, это они и есть. Очередной водопадик. Ну прям жур-жур. О, незабудки. Красивые цветочки. Через переход, через речку. Ручеек. Интересно, вот на сервис уже к грибам или все еще будем скакать туда-обратно. А вот по-прежнему плато Четвердак. Вон уже видно море. Живописные деревья поросли лишайником. Красиво. Прям такие нубы колдуны, блин. Ага. Ну вот, пёхали-пёхали, опять оказались у ручья. И опять тропинка нас ведет на другую сторону. Фигня какая-то. Вот действительно где-то не там свернули. Итак, грибы с правой стороны от ручья, не с левой, если идти. Ага. Вот реальный гриб. Вот он, по крайней мере, один из этих грибов. Камень, стоящий на камне. Это типа шляпка. Мы вернулись обратно. Похоже, что вот поворот, ничем не обозначенный, на эти самые грибы. В общем, без GPS-а фиг вы их найдете. Вот тропинка, она идет до
Дальше это куда-то туда. Грибы-то они вот там, судя по карте. Да? Тропинка ведет в гору. Тропинка большая и хорошая. Да, это она. Вот ведь мы лоси, блин. Скакать-то не туда. Тропинка крутая. Это не может того быть, мы их нашли. Вот они, каменные грибы. Сантеры. Вот они, грибочки. О, какие грибочки. Ну, реально подберезовики, блин. Подосиновики. Конец маршрута. Вот оно море. Вот там. Не, ну действительно смотрится забавно. Такое вот странное чудо. Единственное, что наши уже постарались и, конечно, к месту достопримечательности проложили трубу. Как же ее не проложить-то? Прям по достопримечательностям. Вход-то никак. Странно, что грибы не посрубали, прокладывая. Фу, вообще, конечно, красиво. Нифига себе такая дура, блин. Высоченная, здоровенная. И с травой наверху аж. Охренеть. Странная сосиска. Ну да, это сыроежку, ты прав. Ну что, суслики, набегались по горам? Горные козлики. По-любому. Согласен. Поехали куда-нибудь. Да. В мороженом, блин. Вот ведь. В общем, чтобы долго не искать, берите GPS. Это первое. Второе, если идете по тропинке, так вот, по тропинке грибы справа. По течению ручья, да, они слева. Но это по течению ручья. По тропинке справа. Там ищите тропинку. От тропинки направо. Тропинку. Именно по ней попадете. Сити-гид с картами ОСМ бесплатными знает. Так что вот можно использовать эти самые карты. Один папа стоит на ногах. Мама с ребенком пьяная. Точно. Скачут по горным тропинкам аки-козлики. Ой. Ага. Ладно, разгон. Ага. Никуда. Сейчас лоб расшибешь. Аккуратнее. Ура, мы вышли обратно. Вот еще. Двигаясь вот по этой тропинке, от этого указателя, вам надо будет пересечь ручей всего дважды. И один раз перепрыгнуть через маленькую канавку. Двигаясь по той же стороне. Канавка будет уже практически недалеко от поворота направо. Вот если соберетесь туда идти, имейте это в виду. Но GPS никто не отменял, пользуйтесь. Так просто не найти, поворотов нет, указателя нет. А тропинок там много, и хорошие тропинки идут дальше, мимо этих грибов. Вот так. Все, поехали. Вот, мы приехали, вставили. Ставим палатку и обнаружили вот такое вот зеленое чудо. Немного, даже много отличающееся от нашего. Вот такое. Если ты попробуешь взять ее руками, то будет очень вонять от рук. Сильно. Они вот этим отличаются от нас. Я вижу пакет, что-то шебуршит там, что-то шевелится, блин. Думаю, что за хрень такая? А вот. Вот такой вот у нас кемпинг. Прям таки на берегу моря. Он бесплатный, что не может не радовать. Так что вот, как-то так остановились. Надо сейчас готовим макароны. Сейчас, в общем, будем кушать. И у нас все будет чики-пуки. Вот, по-моему, 500-летний тис, которому примятана веревка. Натиса шамшитого рожища.
Такая вот она, интересная древесина, вот киса.